Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радика Чаранодаям Гопижано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча калпатару асча кипасинда бевача патитанан павоне бхавишна вибью намо нама мукхан кароди вача ланг пангун ланг хайтагирим жат кипатам анг банди парамананда мадва бриндавай тулсиде бай пиявай кесавасача шна бхакти паде деви сатто баттои намо нама Нараяна намаскритта наран чайва нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мудира Санкиртане Кришна като подеш Гаврия патрашо пракаса неча Шадану ракта гуру бхакти жукто Бхакти прамадакша жагод барун Дейям сада парибхавагна мавишча духам Титас падам сива виринчанутам сараньям Бхитатихам панутопандхавадипутам Банде Махапурушати чарунарвиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Биспуриджита гемапикаводушвадарши Пурнанурагара сасагара сарамурти Сарадхикам и када кипам карус. Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда. Си Аддвайта Гададхара Сива Сади Гаура Бхакта Винда. Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда. Си Аддвайта Гададхара Сива Сади Гаура Бхакта Винда. Харе Кришна, Харе Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджануламбита бхужау канака бодату. Санкетаной капитару камала ютакшо Вишам бару дижа бару жугодхар мапало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Аминь Аминь Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджануламбита бхужау канака бодату Санкетаной капитару камала ютакшо Вишам бару дижа бару жугодхарма пало Банде жагат приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура сурайр бандито дипарупам Бхуктинча муктинча дада синитам Бхаванурупена сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам вагам Нараяно Прияманаṅга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджа Вишванатхам
Вагишаджишвадане, Лакшмир Джасача Бхакшаши, Джасястихидая Самби, Твам Нисинга Махамбаджи, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Гуру Шушасанам Нама Сарва Дхарма Таматтамам Ташмат Дхармат Пару Дхарму Павитрам Дхарму Навиддхати. Гуру Сушасанам Наму Гуру Сушасанам Наму Сарва Дхарма Таматтамам Ташмат Дхармат Пару Дхарму Павитрам Дхарму Навиддхати. Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарвасвати Гошвами Тхакур Бхагаван Джагадгуру told Гауди Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. Гауди Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Пуджа, но с искренностью те, кто совершает Гуру Севу внешне, те, кто совершает Гуру Севу внешне, но внутри они желают исполнения своих материальных желаний, они вроде внешне совершают Гуру Севу, но внутри они хотят исполнить свои желания. И таким образом те, кто совершает Гуру Севу, они не могут обрести результат этой Гуру Севы. С другой стороны, они помещают себя в большую и большую обусловленность. И с помощью Гуру Севы они только обретают какие-то деньги, положение в обществе, уважение и все. Гуру Сева — это не шутки. Бхагаван Си Кришна, сам Бхагаван Си Кришна, он показывает идеальный пример Гуру Севы. В теме Судама Випра самое важное то, что Бхагаван Си Кришна, он сам совершает Гуру Севу. Он отправился в Гурукулу в Уджайне, и там Бхагаван Си Кришна, он пошел в эту Гурукулу изучать Веды, Веданту и все прочее. И вот Бхагаван, он пошел в Гурукулу, чтобы показать нам своим примером, как предаваться лотосным стопам Гуру и Вайшнава, как учиться у Гуру, как выражать почтение Гуру. И таким образом Бхагаван Си Кришна своим собственным примером показал нам, что нужно делать. Это очень хороший пример для служения Гурудева, для Гуру Севы. Мы должны быть готовы посвятить нашу жизнь и душу этому, совершать Гуру Севу. Ради этого мы должны быть готовы посвятить нашу жизнь и душу Гуру Севе. Если мы не готовы посвятить нашу жизнь и душу Гуру Севе, если мы скупцы, то тогда мы не сможем обрести Таттва-гьяну. Таттва-гьян в этом случае недостижим для нас. Много раз до этого я говорил об идеализме Куреша. Куреш. Слуга, ученик Рамануджачари, он был готов посвятить всю свою жизнь Гурудеву. Вы не задаете вопрос, Махарадж. Тысячи людей приходят на путь баджана.
И этот вопрос почему-то не возникает в вашем сердце, что тысячи людей приходят на этот путь баджана, так или иначе они принимают прибежище у Гурудева, совершают Гурусеву, повторяют Харинам, совершают Парикраму, Экадаши. Но почему они не обретают этого гена? Никогда никто не задумывался об этом. Почему столько людей приходят, следуют вроде, но не обретают этого гена? Очень многие, почти каждый, принимает прибежище у Гурудева. Но очень малое количество людей обретает таттва-гьяну. Мало кто развивает таттва-гьяну. Таттва-гьяна значит, нету никакой тьмы таттва-гьяна. И невежество одновременно не могут присутствовать. Либо таттва-гьяна, либо невежество. Таттва-гьяна значит осознание, полное осознание. Сачидананда Бхактивинода Тхакур. Он написал в одной из своих статей, почему это так случается, что практически все мы соблюдаем Экадаши, принимаем прибежище Гурудева, совершаем баджан, повторяем Харинам, следуем праздникам, как Джанмаштами, Экадаши и прочим, совершаем дампарикраму, принимаем омовение в Ганге. Почему не получается прогрессировать на пути баджана? Бхактивинода Тхакур пишет об этом, что никто не думает, никто не задает этот вопрос, почему мы не обретаем достаточно энергии, чтобы совершать баджан, почему мы не развиваем такой силы, чтобы совершать баджан, какова причина? Шрила Бхактивинода Тхакур, он отвечает, то, что люди, они совершают баджан, но они не думают об оскорблениях, осознанно или неосознанно. Они совершают оскорбления в адрес лотосных стоп Дамы, Намы, Сварупы Кришны и Виграхи, Прасада Вайшнавов, преданных. Они не знают. Каждый день, практически каждый день, они совершают оскорбления, осознанно или неосознанно, Дама Парадхи, Нама Парадхи. Оскорбление в адрес Сварупы Господа Вайшнавов. И вот различные из этих различных оскорблений они не могут совершать какой-то достаточный прогресс на пути баджана. Как много раз ранее я говорил, вы можете найти вы во время экзаменов есть какие-то конкретные вопросы, например, 100 вопросов. И за каждый вопрос по одному баллу получаем, если и, в общем, за правильный ответ на какой-то конкретный вопрос нам начисляется 1 балл, а за неправильный отнимается. Each question bearing number one mark. If you make mistake, then you can get penalty one mark. И вот если неправильно ответить, то мы теряем 1 балл. Если человек на 50% вопросов наполовину ответил правильно, но на оставшиеся 50 неправильно, и что в итоге получится? 50 marks you are getting, 50 marks negative. Что 50 вопросов мы правильно решили и 50 неправильно. Значит, в результате у нас 0 получился. Вот такое наше состояние. Что? Если мы не совершаем баджан, это нехорошо, но все же совершаем, что-то делаем, но также совершаем оскорбления, игнорируем Харикатху, Сиддханта Вичара, Даму, Наму, и различные оскорбления, они
помещают нас в какие-то проблемы, поэтому стоим на месте. Много раз я приводил пример Куреша, который был готов отдать свою жизнь Гурудеву Рамануджачарье. И поэтому Куреш развил такую силу, которая невозможна. Я уже говорил, что Куреш запомнил всю Бодхаян Бхашу. Веданта. Он этот комментарий весь запомнил наизусть. Это долгая история. Я кратко расскажу об этом. И вот Рамануджачарья и Куреш, оба они отправились в Сарада Ашрам в Гималаях. Это место Майявади, место Шанкарачарьи. И там они попросили Бодхаян Бхашу на изучение. И они поняли, что это Рамануджачарья. Он против Майявады. И не сказали, что нету. Хотя она была у них в их библиотеке. Это Бодхаян Бхаша, комментарий Бодхаяна Риши на Веданту. И вот когда они попросили это Бодхаян Бхашу, сказали, что у нас ее нету. Рамануджачарья спал. Они тоже спали, и Рамануджачарья решил забрать эту Бодхаян Бхашу ради блага Бхагавана и ради блага всего человечества, для служения, для подлинного служения Бхагавану. Он решил забрать эту Бодхаян Бхашу из какого-то шкафа, и вот он забрал, и перед восходом они ушли. Куреш и Рамануджачарья. И вот они быстро начали уходить, чтобы в случае погони их не смогли поймать. Если бы они узнали, что Бодхаян Бхаша украдена, то и бы не поздоровилось. И вот они проснулись утром, смотрят, что почему-то они ушли, и какова причина. Не спросив, ушли, вот они пошли проверять, где же Бодхаян Бхаша, и увидели, что ее нету. И они поняли, что это очень опасно для всей Майявады Сампрадая. И вот они решили отправить четырех этих охранников, чтобы побить их и забрать Бодхаян Бхашу. И вот день и ночь они бежали. И дней за 10-12 они их настигли и сказали, чтобы вернули Бодхаян Бхашу. В итоге все-таки отняли эту Бодхаян Бхашу у них. И ушли. Рамануджачарья, он не был обычным человеком, он был Рамануджа, поэтому его не побить не смогли, не убить. Рамануджачарья подумал глубоко: «О Бхагаван, я хотел написать комментарий в соответствии с моим решением прежде. И вот я хотел написать Шри Бхашу, но они забрали
эту Бодхан-бхашью, у меня не осталось надежды с... И я не успел ее прочесть, Рамана-жачарья плакал, а его ученик Куреш сказал: «О, Гурудев, не беспокойтесь, я ее прочел и запомнил наизусть, и могу написать». И вот когда Гурудев отдыхал, ученик, он читал ее и запомнил все шлоки, и написал ее в первозданном виде. И в их сампрадае, в Южной Индии, в сампрадае Рамануджа, они говорят, что Куреш, он амша Рамы. И вот в Рамануджа сампрадае заявляют, что Куреш, он Рама Амса, он часть Рамы, а Рамануджачарья, он Лакшман Амса. Такова их идея. И суть в том, Куреш, он хотел спасти, и вот Куреш, он однажды спас Рамануджачарья от Кримиканты, который хотел убить его. Поскольку он следовал пути вайшнавов, а этот царек, он следовал Шайве. И вот этот Кримиканта пригласил Рамануджачарью, хотел убить его. И вот когда... Когда пришел посланник этого Кримиканты, чтобы пригласить Рамануджачарья, Куреш сказал: «Не, не идите туда, я пойду за вас. Я пойду от вашего имени». И вот он оделся в одежду Гурудева, как саньяси, и пошел туда. Your name is Рамануджачарья? Тебя зовут Рамануджачарья, да. My name is Рамануджачарья. You'll have to give answer. Ты должен ответить на эти вопросы, иначе мы убьем тебя. There is two options. И вот есть два варианта. Либо ты будешь следовать пути шайвов, либо смерть. Without any argument, either without any argument, you'll have to follow Shaiva. Shaiva means sheep. Shaiva. Or you'll have to give answer to our question. If cannot do, then we can. Либо отвечай на наш вопрос. Если не сможешь ответить, то мы накажем тебя. И вот Куреш сказал: «Хорошо, что за вопросы?» Then they started putting questions. И вот тогда они начали отвечать. Куреш going to give answer. Куреш начал. The answer of Куреш was so perfect. И вот он, Куреш, начал отвечать на их вопросы, что все собрание было удивлено. И в итоге они не смогли сдержать свое обещание. И взяли, выкололи ему глаза. Сделали его слепым. Куреш blood coming out like и Куреш так истекая кровью. Blood coming out very forcefully. Oh, two eyes gone. Somehow they take Куреш and throw outside. И вот и выкинули его. Куреш, на улицу, и Куреш начал звать Гурудева, Гурудев. Somehow, и так или иначе, somehow, by the mercy по милости Бхагавана, Куреш достиг Рамануджачарьи. Рамануджачарья был испуган и удивлен, видя его состояние. И Куреш, что случилось? Они ослепили меня, и поэтому я не позволил вам туда идти. Я знаю, что они хотят убить тебя или убить вас, или как-то навредить. И это зовется Гуру Сева, отдать свою жизнь Гурудеву. Рамануджачарья пошел к Бхарадваджу и начал молиться: «О Господь, ради Гуру Севы, Куреш, он ослеп.
только ради Гуру Сева, Куреш, он сейчас ослеп. Я не могу потерпеть этого. И Бхаратрадж, он даровал ему новые глаза, еще лучше, чем прежние. Этими материальными глазами мы можем видеть всякие испражнения, объекты наслаждения и прочую материю, но духовным видением, духовное зрение, которое было дано Бхаратраджем Курешу, поскольку Бхаратрадж был очень доволен им. Наш Кешава Госвами Махарадж, он тоже был готов отдать жизнь Шри Прабхупаде на Параматале. Мы знаем, что Сахаджи хотели, они убить Шрилу Прабхупаду, они кидали камнями в них с крыш. И вот сейчас суть в том, я слышал от Гуру Варги, особенно от одного из представителей моей Гуру Варги, его зовут Кунджи Бихари Видябуша. Он написал комментарий на тему Гуру Сева, и вот он пишет, что те, кто готовы прыгнуть в огонь, я напечатал уже эту статью, есть статья, Махараш написал книгу о Кунджи Бихари. И вот она уже напечатана на Бенгале, по-моему. И вот Кунджи Бихари Видябушан говорит, если вы по-настоящему заинтересованы в совершении Гуру Сева, то вы должны быть готовы прыгнуть в огонь. Если вы готовы совершать Гуру Сева, это значит, что вы должны быть готовы встретиться с любыми сложностями, любыми проблемами, понимаете? Гуру Сева значит, вы должны быть готовы встретиться с любым вызовом, любыми проблемами. Не так, что если какая-то проблема, то сразу убегаем от нее. Нет. И вот мы можем видеть Бхагаван Шри Кришна, Парад Паракхилешвара. Кто? Наш Гуру всей Вселенной, Кришна Ванде Джагат Гуру, его первое проявление Баладев. Он вездесущий Гуру Таттва. Если вы можете развить такой даршан, если вы можете развить такой даршан, вы можете проверить, что мое служение – это подлинное служение или нет. Если кто-то говорит Харикатху ради славы, то что толку такое Харикатхи? Кто может доказать, что моя Харикатха, ради чего она говорится, ради славы или ради удовлетворения Гурудева? Кто может судить об этом? Где свидетельство? Гуру Сева, значит, вы должны быть готовы говорить об абсолютной истине и встретиться с любыми проблемами, поскольку весь мир, как правило, будет против вас, поскольку вы говорите об абсолютной истине. А если вы пойдете на компромисс с сахаджиями, так называемыми преданными, тогда они не смогут напасть на вас. Они будут нападать на вас только тогда, когда вы будете говорить об абсолютной истине, абсолютным образом, находясь на абсолютном образе. Они не позволят вам говорить таким образом. Если моя Гуру Сева это наилучшее служение Гурудеву и Гуру Варги, то тогда это зовется подлинная Харикатха, иначе нет. Если я ищу какие-то корыстные интересы из-за своих лекций, то это нельзя назвать Харикатхой. Люди, они не поддержат меня. Они будут против. И вот Бхагаван Шри Кришна, он Парад Паракхилешвар, ему не нужно
ходить в Гурукулу, но каждый раз, не однажды, а всегда. Рамачандра, он тоже посещал Гурукулу, ашрам Вишвамитре. Кришна Бхагаван, он тоже ходил в Гурукулу к Сандипани Муни, изучал Веду, Веданту и прочее. Шри Чайтанья Махапрабху тоже ходил в Гурукулу. И вот Бхагаван, он дает нам пример, что мы должны посещать Гурукулу, предаться лотосным стопам Гурудева и искренним служением. Если мы можем совершать искреннее служение, то тогда мы сможем обрести дивья-гьяну, иначе нет, не каждый может обрести дивья-гьяну. Вчера я говорил, Гуру-чаран, лотосные стопы, Шигуру — это источник всего знания, и мы рождаемся в этом материальном мире. И отец, мать, отец — это наш первый гуру. И когда мы проходим через различные самскары, есть так много самскар. Даже после, согласно ведической культуре, когда мы рождаемся, так много правил и предписаний. Отец, мать должна рожать в каком-то другом месте, когда эти роды кончились, прошло какое-то время, ей надо пойти принять омовение в Ганге. Потом нужно позвать цирюльника, который срежет пуповину. Не цирюльника, а кто-то там, специальный человек. И вот когда, ну, в общем, через какое-то время после того, как ребенок родился, это должно быть, не всем поверить могут. И с самого рождения мы должны проходить через различные самскары в соответствии с ведической культурой. Дасавидха самскара. Саньяс — это тоже самскара. Когда мой Гуру Махарадж дает саньясу, или Бабаджи Веш, это тоже самскара. Когда я принял Харинам, Гурудев тоже вложил в меня какую-то силу. Он ждал и смотрел, когда мы получаем дикшу, Гуру Махарадж также дарует силу нам. Он дает нам милость, чтобы... Это слово дикша, я уже объяснял, дикша — это тоже самскара. И вот в ведической культуре с самого рождения, только как мы родились, вот с этого момента мы должны проходить через различные самскары. Если мы женимся в процессе этой же супружества, свадьба, тоже определенные самскары, определенные обеты, огненная яги происходит. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, возможно, вы видели, слышали, помните, достаточно давно я говорил, Майнат Парват или Гималай. Это не какие-то материальные вещи, это не живые. В Рамаяне и Махабарате можно найти, они живые эти объекты. Вот Майнат Парват, это гора какая-то, она спрашивает Ханумана. Ханумана, наш гуру. Однажды этот Майнат Парват, Парват значит холм, гора. И вот он спрашивает Ханумана,
Что такое санатана дхарма? Не забывай об этом, помни. Помните, и вот этот Тагара спрашивает Хануман, поскольку Хануман, он твой гений, он знающий истину, и... И вот она спрашивает, что такое санатана дхарма, что такое Бхагавад дхарма, Атма дхарма, Джава дхарма. Это все то синонимы. И вот эта гора спрашивает Ханумана: пожалуйста, скажи, что ты имеешь в виду под санатана дхармой? И Хануман же отвечает: и вот санатана дхарма — это такая дхарма, которая на каждом шагу. Going to, you know, think that they are not my disciple, they are my guru. Even Gurudev, Sadguru, never think that they are my На каждом шагу присутствует благодарность. Даже Садгуру, он никогда не думает про своих учеников, что они его ученики. Он думает, что они его гуру. Они пришли мне, чтобы помогать мне совершать служение. А подлинный Садгуру никогда не думает, что это его ученики, что нужно понукать ими, приказывать. Нет, Шрила Прабхупад никогда так не делал. Он смиренно просил: можете ли вы сделать то или иное? И вот Хануманджи говорит: Санатан дхарма значит, на каждом шагу мы благодарны вам, поскольку вы совершаете, помогаете мне совершать мое служение. То, что я должен делать, вы помогаете мне, я благодарен вам за это. То есть санатан дхарма — это благодарность на каждом шагу. Вы организуете харикатху, я благодарен вам, поскольку имею возможность, говоря ее, очистить себя. Я благодарен вам, и поэтому пытайтесь понять подлинное настроение гуру. И вот Кришнадас Кавираж Госвами говорит, что он говорит. Кришнадас Кавираж Госвами, он наш гуру, несомненно, наш Гауди Гуру. И вот Кришнадас Кавираж Госвами говорит, он пишет Чайтанья Чайтамриту, что мы вечно благодарны. Мы вечно благодарны Кришнадас Кавираж Госвами. Шрила Прабхупад говорит, если весь мир, он наполнен, он затоплен, и если мы сможем защитить только Шри Чайтанья Чайтамриту, Шрила Прабхупад говорит, что ничего не потеряно в этом случае. Я могу показать эти слова Шрилы Прабхупады. Он с великим энтузиазмом говорит так, что если весь мир будет затоплен наводнением, все книги, все знание будет утеряно, то если у нас останется только Шри Чайтанья Чайтамрита, то все будет защищено, ничто не будет потеряно. И вот пытайтесь понять, какая великая вера Шрилы Прабхупады в Шри Чайтанья Чайтамриту. Мы должны понять, осознать Шри Чайтанья Чайтамрита. Она не отлична от самого Шри Чайтанья Махапрабху. В тот день, когда я осознаю, что Шри Чайтанья Чайтамрита, она не отлична от Чайтанья Махапрабху. И тогда мое изучение Шри Чайтанья Чайтамриты, мое поклонение Чайтанья Чайтамриты, оно совершенно не перед этим. Я поклоняюсь Бхагаватам. Если я думаю, что это просто книга, то зачем поклоняться ей? Это сам Шри Кришна. Кришна в форме звука. Он воплотился в форме звука. Сам Шри Кришна присутствует в Шримад Бхагаватам.
Я не могу сказать, что это обычная книга. Нет, это сам Шри Кришна. И вот что я хочу сказать. Кришнадас Кавидас Госвами пишет в Шри Чайтанья Чайтамрите. Шакол сутар кури чаран вандан ите апарат кичу. Кришнадас Кавидас Госвами пишет. И вот Кришнадас Кавидас Госвами пишет, что я поклоняюсь лотосным стопам тех, кто изучает эту книгу. Думаете? Вы думаете, смотрите, Кришнадас Кавидас Госвами говорит, те, кто изучает это Чайтанья Чайтамриту, я поклоняюсь их лотосным стопам, что он говорит? Он Кастури Манджари. Он личный спутник Радхарани. И вот он говорит таким образом, что я поклоняюсь лотосным стопам всех тех, кто слушает Харикатху от меня, поскольку они благословили меня. Они дали мне возможность очистить себя. Я думаю так. Это не моя способность. Если бы Шрила Прабхупада или Бхактивинода Такура не было в моем сердце, если бы Гурувага не пребывала в моем сердце, то кто мог бы говорить Харикатху? Получилась бы какая-то сухая философия. И это не было бы Харикатху. Сухая философия — это не Харикатха. Которое выражено Кришнадасом Кавираджем Госвами, оно очень редко. Во всем мире нельзя найти такое смирение. Он пишет в Чайтанья Чайтамрите, что все, кто слушает Чайтанья Чайтамриту или читают, все эти преданные, я хочу поклоняться им, их лотосным стопам. Это смирение невозможно даже во сне. Даже в мечтах невозможно такое смирение. И поэтому Шри Чайтанья Чайтамрита, она проявилась перед нами. И Кришнадас Кавираджа Госвами, он проявил эту Чайтанья Чайтамриту из-за того, что он олицетворение Тринадапи. Он пишет: что я более падший, чем Джагай Мадхай. Джагай Мадхай. Пуришер квите те муише логишто. The insect you can find in stool. И вот он пишет, что я хуже, чем насекомое в испражнениях. Кришнадас Кавидас Госвами speaking. You think it is false philosophy, not there. Somebody thinking. Кто-то думает, что это смирение Кришнадас Кавираджа Госвами ложное, не может такого быть, но нет. Он сравнивает себя с червем в испражнениях. Has more dignity than me. Кришнадас Кавидас Госвами. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что хуже, чем Джагай Мадхай и хуже, чем червы в испражнениях. Эмон нигринна море, кеба кипа коре, эк нитянанда вину, жагат мачар. Somebody going to speak my name, he is going to lose everything. Кто повторяет мое имя, он потеряет свое сукрити.
Если кто-то слышит мое имя, он тоже ничего хорошего не будет. Я такая падшая душа. Только это милость Нитянанда Баларама, то, что его беспричинная милость, она защитит меня. И вот он говорит, я такая падшая душа. Что никто не заинтересован в том, чтобы даровать с ним милость, только Нитянанда. Кто может спасти меня? Только Нитянанда Прабху. Он спасет меня. Кто-то сомневается. Somebody going to express doubt. It cannot so happen. Что не может быть такого? A man going to identify himself this way? Is actually что кто-то может говорить о себе так? Это искусственно. Yes. Да. Somebody writing comment. Кто-то написал какой-то комментарий, что не может быть такого смирения. Ну что это? Шрила Прабхупад говорит, что вы имеете в виду? What do you mean? The more you are, чем больше вы прогрессируете на духовном пути, на пути баджана, тем больше вы будете чувствовать смирение, но не каждый это знает. И смирение — это подлинный признак прогресса. Если кто-то только гордится собой, то это признак падения. Шрила Прабхупад говорит, глупые люди в обществе, как они могут понять значение смирения, которое выражает Кришнадас Кавираджа Госвами, поскольку они находятся в океане ложного эго. Шрила Прабхупад говорит именно такие слова. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати использует эти слова. Как они могут понять значение смирения, которое выражает Кришнадас Кавираджа Госвами? Поскольку они находятся в океане ложного эго. И находясь в океане ложного эго, если я сам нахожусь в океане ложного эго, как я могу увидеть, что случается там, в мире Вайкунтхи, могу ли понять? Если я сам нахожусь в океане невежества, в океане майи, то в океане ложного эго, то как я могу увидеть, что случается там, в мире Вайкунтхи? Понимаете, о чем я говорю? Поскольку Кришнадас Кавираджа Госвами находится в мире Вайкунтхи. И естественно, но мы хотим что-то посчитать, как это возможно, что или иное. И вот мы и таким образом мы теряем свое благо. И сейчас мы должны понять смирение Кришнадаса Кавираджа, смирение Махапрабху, его смирение его спутников Рупы Санатана. Кто написал это шлоку? Кришна. И Кришна Чайтанья Махапрабху. Он сам написал эту шлоку, это естественно. И вот Шри Чайтанья, если Шри Чайтанья Махапрабху, сам Шри Чайтанья Махапрабху, он не был бы олицетворением величайшего Тринадапи, то кто бы
ему следовал. Если бы Махапрабху учил нас смирение, но сам ему не следовал, то кто бы смог принять это учение? Но он сам следует и сам являет это своим примером в своей жизни, когда Рамачандра Пури хотел оскорбить Махапрабху, он пришел в Гамхиру. Рамачандра Пури, ученик Мадхавендра Пури, пришел, чтобы оскорбить Махапрабху, но мы не должны говорить, что он вообще ученик Мадхавендра Пури, он просто падшая душа, но все же Махапрабху выразил ему почтение, поскольку это был этикет, поскольку он получил посвящение от Мадхавендра Пури, и поэтому так или иначе, это не наше дело, что происходит с Махапрабху. Сказал, хорошо. Он получил посвящение от Мадхавендра Пури, он моя гуру Варга. И вот Махапрабху выразил почтение ему, смотрите на это смирение. Он оскорбил Махапрабху, он саньяси. Ты саньяси, в отреченном укладе жизни находишься, а так за день ночью ешь сладости. Махапрабху посмотрел на него. И что-то обвинял его в том, что он ест сладости ночью. Но Махапрабху сладости не ел. Он вообще их не ел. Но это суть обвинения этого человека была в том, что тут муравьи вокруг твоего баджан-кутера ползают, значит, ты эти сладости ел ночью. Это его было заключение его. Почему муравьи ползают вокруг его комнаты? То есть этот человек подумал, что Махапрабху ночью сладости ест, поэтому муравьи вокруг его дома ходят. Но Махапрабху ничего не ответил, и в этом было его смирение. Но не думайте, что Шри Чайтанья Махапрабху, он пишет только о смирении, но сам ему не следует. Нет, это не так. И такой же случай с Бхагаваном Шри Кришной. Как смирен Бхагаван Шри Кришна. Если я мог бы показать вам, тогда я чувствовал бы какое-то удовлетворение, но это невозможно понять. Он Верховный Господь, мы получаем больше. Махапрабху является лилу преданного, он ведет себя как преданный. И иногда, конечно, является его форма Бхагавана с четырьмя руками или с шестью. Но в большинстве случаев он ведет себя как преданный. Это его смирение. Шри Чайтанья Махапрабху говорит эту шлоку, что моя жизнь подобна жизни насекомого. Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит с таким смирением, чтобы показать нам, что моя жизнь, она подобна жизни насекомого. Почему я должен заботиться о своем теле, если не могу обрести Кришну? Такое же настроение у Гаукишора Дас Бабаджи Махараджи, когда его какая-то женщина предупреждала о том, что змея поблизости. Гаукишора Дас Бабаджи Махарадж сказал, что пускай укусит меня, поскольку я не могу совершать харибаджан, что толку жить.
With this body he cannot do bhajan. But you see, there is the humbleness of и в этом смирении нашей Гурваги, нашей Гаудия Гурваги, это смирение самого Бхагавана Рамачандра. Если я буду в следующий раз, когда я буду говорить о Рамалиле после Гуру Пурнимы, день Рамнавами придет, и тогда я могу показать, как смирен Рамачандра. И тогда я могу показать вам, насколько смирен Рамачандра. Бхагаван Шри Кришна, он смирен, Гурам Гамахапрабху также смирен. И вот Бхагаван Шри Кришна, я приведу свидетельство о Гуру Севе самого Шри Кришны. I think I'm doing nothing. Совершаю ли я Гуру Севу? И вот Бхагаван Шри Кришна говорит со своими друзьями, друзьями детства. Судама Випра говорит, с помощью отца я явился в этом материальном мире. Отец мой, первый гуру, второй гуру. Тот, от кого я получаю руководство самскары, мой Гурдев. Бхагаван Шри Кришна говорит, то, что Упанаяна самскара, самскара получения священного шнура, это тоже одна из видов самскар, чтобы позволить нам стать достойными быть браманами. Это священное, что не доказывает, что мы браманы. Это не доказательство того, что человек браман, но Шрила Прабхупада говорит, по крайней мере, вы можете достичь уровня браманизма. Если кто-то выражает, гордится тем, что он браман, это не признак браманизма. Но это возможность, данная нам, чтобы мы смогли пытаться и в итоге достичь по крайней мере, уровня брахманизма, без которого как мы можем стать вайшнавами? Это, как это понять? Это простые вещи. Если вайшнавизм, он выше брахманизма, если мы прошли через самскары, постепенно развиваемся, достигли уровня брахманизма, то оттуда, если мы совершаем баджан, то тогда можем стать вайшнавом. Брахманизм – это первый шаг, первая ступень к вайшнавизму. Брахманизм – это первая ступень на пути к вайшнавизму. Понимаете? Как Шрила Прабхупад говорит, внутри 100 рупий, you give me one note, 100 rupees note. So I can say 10 rupees there with me? No? И вот если у меня есть 100 рупий, значит, что у меня и 10 рупий есть, и 5, и 2, и 50, и 25. Now if I can say, I have 10 rupees with me, false? No. Because within 100 rupees, 10 rupees is already there. 10 rupees is already there. 100 rupees here, but I have 10 rupees also. Because 100 rupees means 10 rupees. Is going to cover. So Prabhupada and our Guru Varga. И вот Шрила Прабхупад и наша Гуру Варга не чувствуете себя неудобно. Это сиддханта, по крайней мере, наш ачарон с самого утра, с трех утра наш ачарон должен быть совершен. Мы должны вести себя, по крайней мере, как браман. И после этого мы можем пересечь уровень браманизма и достичь вайшнавизма, понимаете? Now you realize that Haridas Thakur, что Харидас Такур, он не браман. Он, если кто-то говорит, что Харидас Такур не браман, а муслим, это не может быть такого.
Это Апасиданта Халидас, что Халидас такого мусульмане нет, он лучший из браманов. Я уже провозгласил, что как Адвайта Гасай, он провозгласил то, что, что если ты примешь этот прасад, то это будет подобно кормлению 10 миллионов браманов. And if crores of Brahman going to take prasadam, it is not equivalent. It is not equivalent. It is not equal. It is not equivalent. It is more. Накормив тебя, я обрету больше блага. Bengali. Mahaprabhu speaking loudly. И вот Махапрабху. If you are going to take prasadam, точнее, этот Адвайта Гасай сказал, что если я накормлю тебя, то это лучше будет для всех, чем буду кормить десятки миллионов браманов. И поэтому, несомненно, Харидас Такур, он лучший из браманов. Он не только браман, он также лучший из преданных, он намачарья. Понимаете, о чем я говорю? И вот в Бхагавата мы находим такую шлоку. Bipraat disharaguna jutak arabindanavo padaravinda vimukhat sapacham varishtam. What written? Что говорится здесь в Випрат? Disharaguna jutak arabindanavo padaravinda vimukhat sapacham varishtam. Varishtam means more elevated. Oh? Баришта значит более возвышенный. Bipraat, a Brahman. Brahman. A Brahman who is decorated. Который украшен. Who is decorated with 12 брахманскими качествами. A Brahman who is decorated with 12 different qualities. Shama, Dama, Saucha, Saralata, Arjata, Satya, вот эти все остальные 12 брахманских качеств все же. Мы не можем. Still we cannot give value. Still we cannot give value. If Krishna Bhakti, if not there. Но все же, если такой браман, украшенный 12 брахманскими качествами, не имеет преданности Кришне, то он не подлинный браман. Браман значит подлинное значение слова брахман. Мы должны помнить. Тот, кто служит Брахмане Дева, много пандитов, они объясняют различным способом. Я тоже хочу объяснить то, что те, кто поклоняется Брахмане Деву, это кто? Намо Брахмана Девайо, Гурбхамана Хитайчо. This mantra, Сикиснайо Говиндайо. This mantra is there. It's Брахмана Дева. И so вот это тот, кто, любит, уважает Брахманья Дева, это Брахман. И другое объяснение. Брахман Джанатити Брахма, тот, кто познал Брахмана. Что такое Брахма? Он и есть Брахман. Это эти объяснения, они похожи друг на друга. Первый, кто поклоняется Брахмане Деву, кто имеет преданность ему. Это первое объяснение. Второе, тот, кто познал, имеет знание, полное знание о Брахме, он и есть Брахман. И тот, кто и тот, кто размышляет о красоте, о качествах, о лотосных стопах Кришны, он тоже Брахман. И Брахмачари значит тот, кто всегда поддерживает строгие правила и предписания, следует им, чтобы понять Брахма-таттву, и никогда не думать ни о чем постороннем, ни о женщинах, ни о деньгах, ни о положении в обществе. Если что-то приходит, такие вещи, они, как правило, являются препятствиями на пути нашего баджана. Например, мы повторяем Харинам. Тут думаем,
каких-то женщинах, это опасно. So Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya Jagat Dhritaya Sikrishnaya Govindaya Namo Jagat Dhritaya Sikrishnaya Govindaya Namo Jagat Dhritaya Man Jagat Dhritaya значит ради блага всей Вселенной всех дживатам Кришна приходит. Jagat Dhritaya Na Jagat Dhritaya Jagat Dhritaya For the benefit of the whole для блага всех universe. Всех в этом мире. Кришна является не только ради нас или ради вас. Кришна является ради блага всех. Брахман, который украшен 12 различными качествами, но брахманскими качествами, но не имеет Кришна Бхакти, то толку нет от такого брахмана. Мы не выражаем почтение такому брахману. Если мы находим какой-то шапач, какой-то низкокастовый человек, который едят собак, даже такие шапачи, если они имеют преданность Кришне, where from he belongs to a very low caste. Where is having Krishna Bhakti? И вот если такие люди с очень низких каст, но имеющие Кришна Бхакти, то это очень но имеющие Кришна Бхакти, это очень почетное. Мы можем кланяться таким людям, поскольку Брахман, несмотря на то, что он украшен 12 брахманскими качествами, но не имеющий преданности Кришне, то это не Брахман, а просто падшая душа. Он не может очистить даже себя. That Sapacha, who is и в то время как этот Швапача, который украшен 12, имеющий преданность Кришне, он может очистить все миры. Поскольку Брахман, не имеющий Кришна Бхакти, почему он не может очистить даже себя, поскольку у него нет Кришна Бхакти, а Швапач, который имеющий Кришна Бхакти, но происходящий из низкой касты, но благодаря этой преданности он может очистить не только себя, но и все миры. Из Рамаяны мы знаем пример Гухак Чандала. Его Гухак звали, он жил где-то в крематории, он сжигал эти мертвецы, тех, кто умерли, очень такая низкая каста, но Рамачандра, он подружился с ним. И вот если я могу найти Бхакти в ком-то или где-то, я уже говорил про случай с одного слона, у которого была Кришна Бхакти. И вот была процессия преданных, и какая-то обезьяна в Айодхе. Каждый день они слушали Рамакатху, обезьяны. Когда Рамайна начиналась, обезьяна какая-то приходила постоянно и слушала. Когда Рамайна заканчивалась, кто-то думает, что это история, но нет. Можно пойти в Айодхи, я не говорю, какие-то истории. Это то, что случилось. И вот когда эта обезьяна умерла, то в ее честь организовали пир, пригласили тысячи преданных и прочих людей. И вот была процессия, воспевали имя Рамы и пошли в Сараджу, реку Сараджу, она в Айодхе находится, и туда. И там туда погрузили тело этой умершей обезьяны. И вот
Шьямананда Прабху, Расикананда Прабху. В случае Расикананды и Шьямананды, вы слышали их имена? Шьямананда Прабху. Шьямананда Прабху — это Канака Манджари в Кришна Лиле. Если вы не знаете, вы должны узнать, жизнь она происходит. Шьямананда Прабху, великий преданный, все должны знать его. Времени мало, я хочу сказать больше, но времени не хватает. Расикананда Прабху. Вы знаете случай Расикананда или царя Бихрамбира. Он хотел убить Расикананду. И вот он занял какого-то слона в этом, что иди убей его. И Расикананда. И вот этот очень опасный слон. И царь. Натравил этого царя, этот царь натравил слона на Расикананду, и вот когда слон дошел до Расикананды, собирался его убить, то Расикананда сказал: сколько ты еще будешь являть такое сумасшествие, ты сейчас, о душа, о дживатма, долго ли еще ты будешь вести такой сумасшедший образ жизни? Сейчас ты родился в теле слона, и это неправильно. И этот слон... И Расикананда сказал ему, что повторяй Харинам, и вот слон сел, и Расикананда дал ему Харинам. Гуру Махарадж тоже Харинам дал одному теленку. Мы привели этого теленка, и Гурудев дал Харинам ему. Туласи ему предложили, этот теленок принял ее, и поэтому это возможно. И вот этот слон, после того, как он получил харинам от Расикананды, этот слон развил сознание, что он был занят в служении вайшнавам всю оставшуюся жизнь. И вот этот слон был, совершал вайшнава севу. Когда был какой-то праздник, он шел, находил где-то мешки риса, дала и прочих овощей, приносил дрова с леса. И вот мы хотим видеть то, что и Кришна, и вот следующий гуру, тот, кто дарует нам знания Веды, Веданты, тот, кто дает нам тот, кто проводит нас через определенные самскары. Бхагаван говорит Судама Випри, второй гуру, тот, кто дает, помогает нам проходить самскара, дает гайтри мантру, занимает нас в гуру севе. Мы изучаем веду, веданту, это второго гуру. Мы очень благодарны ему, поскольку без самскара, без, не приняв, не посещая Гурукулу, мы не можем изучать Веды, Веданту и прочее. Бхагаван Шри Кришна говорит Судама Випри. Кришна Бхагаван, он тоже, принял священный шнур, но внешне
Кришна Бхагаван, он родился в семье Вайш. Нанда, Бабы, Яшоды, они были Вайшами. А Васудев Деваки, это кшатрия. То есть Нанданандан родился в семье Вайши, внешне Махапрабху в семье браманов. Кришна в Двараке родился, а вот это точнее, Матхура Диш Кришна родился в Матхуре. В семье Васудева Деваки они были кшатриями. И вот система в ведической культуре, что те, кто браманы, все же они не... То есть сиддханта в том, что родившись в браманской семье, это еще не значит, что человек браманом стал, даже если в настоящей браманской семье родился. Ваш отец, мать, они подлинные браманы, и ваши качества, ваше умонастроение тоже оно подобно умонастроению ваших родителей. Это условие, при котором можно признать, что человек является браманом, иначе нет. Это не значит, что сын брамана, браман автоматически. Нет, он должен иметь такой же идеализм, как у отца и матери, такое же умонастроение. А если у него все противоположное, то нужно выяснить, кто он, кшатри, либо вайша, либо шуда. Или даже шудра может быть, но сын брамана может стать шудрой. Это условие Бхагаватам сейчас, к сожалению, об этом все забыли. Вся варнашрама дхарма нарушена. То есть раньше не считалось, что сын брамана должен быть браманом. То есть рождение браманской семьи никак не гарантирует, что человек браман. Если мы находим, что такого человека очень низкий этикет, ведет себя и живет как шудра, то, соответственно, его надо шудрой признать, а не браманом. Как я говорил в предыдущей Харикатхе, что Ришабхадев Бхагаван, он был кшатрием, и у него было 100 сыновей, и среди них какие-то стали браманами, ягик-браманами, какие-то стали кшатриями, и там это описывается. Смотрите, Ришабхадев, он был кшатрием, но, по идее, все сыновья должны быть кшатриями, но это не так. Не было так. И даже после рождения браманской семьи Парашурама, он вел себя как кшатри. И вот в шастрах, будьте осторожны, это очень важно. В шастрах говорится, даже если вы сын брамана, что даже если вы сын брамана, и ваши качества совпадают, но все же вы не браман до тех пор, пока вы не прошли, пока вы не прошли через браманские самскары, то вы не браман. Поэтому в шастрах говорится такая шлока, что по рождению все шудры. И когда они проходят через определенные самскары, то тогда и только тогда,
После таких самскар можно стать браманом. Мы можем стать браманом, но не перед этим. По рождению, каждый, даже дети браманов, они и то судра. И вот Бхагаван прославляет тот гуру, который мы с помощью которого проходим через различные самскары, мы должны быть благодарны ему. Вайшья, кшатрия, брахманы, они имеют право носить священный шнурота. Двиджа самскара называется. Вайши тоже могут принять священный шнур, но пройдя через эту самскару и ведя себя достойным образом. И вот вайши, кшатри тоже могут пройти через эту самскару, получение священного шнура. Для браманов, тех, кто подлинные браманы, для них это естественно. После таких самскар вероятность того, что человек становится браманом, возможно. Это не факт. Еще нужно практиковать снова и снова, вставать рано утром, 4 до восхода, повторять гайтри. И повторять гайтри перед восходом, идеально до восхода солнца и в процессе заката. Если вы хотите обрести максимальное благо от вашего повторения гайтри, то нужно повторять в определенное время утром перед восходом солнца. И тогда, созерцая восход солнца, можно думать, что Махапрабху, сочетание Махапрабху, он находится в этом в солнце, это и есть подлинная гайтри. И вот Бхагаван прославляет. Мы очень удачливы. Бхагаван говорит, мы получили священный шнур, прошли через брахманское посвящение, изучаем веды, веданту. Шакшат дижат рио самбава аддо анго ятра срамина ятахам гьянадо гуру. И вот первое, мы роднились от отца и матери, с помощью отца мы и появились в этом мире. Это отец наш, первый гуру, и второй отец, второй гуру. Потом отец отправил нас в гурукулу, мы предались лотосным стопам гуру, чтобы изучать веду, веданту и все остальное. Без самскар никто не имеет права изучать веды и веданту. Даже брахманы, пытайтесь понять, даже брахманы не могут изучать веду, поскольку они не прошли через самскар. Это же дети брахманов, они не изучают веды, не пройдя через определенные самскары. И вот суть в том, что Бхагаван говорит второй гуру, мы выражаем ему почтение, поскольку он дарует нам знания. И второй гуру, он поклоняем, как я. Кришна говорит, что тот, кто дарует нам духовное знание, он подобен мне. И третий гуру, кто поклоняем все время, это сам я, с Кришна, Кришнам Ванде Джагадгуру, тот, кто находится внутри нашего сердца, как Чайтья Гуру. Если вы слушаете Харикатху, но все же, если Чайтья Гуру недоволен вами, вы не можете понять. Понимаете, о чем я говорю? Я могу рассказать о функции Чайтья Гуру, вы слушаете Харикатху, но если ваш Чайтья Гуру недоволен вами, то вы забудете. Если Чайтья Гуру доволен, то тогда вы
поймете всю Сиддханту. Анго ятра срабинам, ята ахам гьяна до гуру. Ар нону орто, нону орто ковида брахману варна срама батами хом, же мая гуру на бача таранти анжо баварнам. Those are going to follow. Те, кто следует варнашама дхарме. Среди всех последователей варнашама дхармы, они подлинные таттвавид среди тех, кто следует варнашама дхарме, среди них всех, кто достигает таттвагьяны. Смотрите, не все, кто следует варнашама дхарме, они не все достигают таттвагьяны. Кто-то, некоторые могут достичь таттвагьяны, если они следуют моим наставлениям. Кришна говорит, почему говорит моим наставлениям, поскольку Гуру дает наставления, это тоже мои наставления. Понимаете, кто-то может спросить, почему Кришна говорит тех, кто следует моим наставлениям, поскольку через Гуру Кришна тоже дает наставления людям. Ачарья Мам Виджаньет. Мы должны думать научным образом. Ачарья Мам Виджаньет. И что Гурдев говорит, это тоже сказано мной. И сейчас конец. Нахам виджа прижати бьям тапасо пасаменава тусиям сарва бхутатма гуру сусо саяята вачака подруши ке пасенду. For infinite period we'd like to discuss this. Мы хотим обсуждать эту харикатху долгое время, не только во время Дамодармаса. Мы молимся Бхагавану, чтобы он дал нам рождение в таком месте, чтобы мы могли день и ночь обсуждать харикатху. Никогда не забывайте всю сокровенную Сиддханту.